Я хочу, чтобы ты поняла, насколько хорошей была твоя мать. Она взяла Колтона Брикса, самого хладнокровного убийцу, что я знал, и превратила его в семьянина. Мамы больше нет. Нет! Я все равно войду. Скажи имена тех, кто это сделал. Пока эта девочка жива, у тебя нет права на месть. Грядет возмездие. Ты защищаешь убийцу. От другого убийцы. Научишь меня стрелять? Вы оба живы, руки за спину. Слушай, Брикс. И отдай карабин. Мой отец хочет твое ружье. Я разбросаю ее мозги по всей долине. Ты ничего не боишься. Николас Кейдж. Если Брикс что-то задумал, Колтон Брикс это сделает. Он здесь! Похоже, это он боится. Всю жизнь я видел страх в глазах каждого, кто стоял у меня на пути. Пожалуйста! Сделаем это по старинке. Мой отец все еще хороший человек. Вы, мальчики, разбудили дьявола. Отзвуки прошлого. Скоро на экранах.